Эх, какое доброе утро. Нужно подписать договор о беспрерывном рыгании. Большой жук сел на комп и сел на провод. Сейчас будут полосы вместо экрана смерти. Да что-то как. Наконец-то я заменил старый процессор. Не надо было покупать на AliExpress без разрешения родаков. Вам сюрприз? Обернитесь. Ух ты. Это же механический титан Лайда. Ура! Опять меня обманули на ПСОТ, зато у меня есть механический титан Лайда. На вас бежит Грены, быстро съешьте ее пирожки, иначе она заставит вас копать картоху. Что за хрен? Ельд плюс Ев4. Копать, быстро. Да ё-моё. Ладно, бабуля, я пойду копать картошку. Бля, я так устал. Мне нужно поиграть в Sims. А где мой Sims? Дай мне еду, тогда я дам тебе Sims. Что? А-а-а-а-а. Мой ноут разряжен. Нужно пойти в другую комнату и взять зарядку. Но если еще что-то случится с компом, пока меня не будет, я обновлюсь с XP на 8.1. Вот твоя зарядка, кушаешь. Все, так дальше не сойдет. Пришло время установить новый Шиновс. Добро пожаловать в 8.1. Приветствуйте новый пуск. А там прикольно. Зря я так долго сидел на XP. Здравствуйте, это Илон Маск. Ему не нравится то, что вы не подписаны на его инсту, поэтому он кинет вам ПСОТ. Чизик. Ельд плюс Ев4. Это Кумади Клеб пришел к вам с порцией новых смешных ошибок. Что? 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 Пошли на хи-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 
С вашим компом происходит непонятная белиберда. Быстро откатите на семерку, иначе Илон Маск кинет на вас свой новый Falcon X. Давай кидай, я все равно виртуальный. Почему у меня Windows 7? Я же не нажимал ОК. Это конец серии. Псот на прощание. Нет, прошу, не на...